сказал? Куда вы? Пусти! Пусти, пусти! Граждане! Граждане! Это значит, что же? Железо всякое увозят, а людям здесь пропадать! А ну лезь! Лезь в поезд! Стой! Стрелять буду, стой! Эшелон специального назначения! Вас вывезут через 2 часа! Стоять! Отойди назад! Отойди назад! Стрелять буду! Взвод! На прицел! Всякое. Шпану под заборы на поезд сажают. Они все жить останутся, а мы-то все погибнем. А ты иди сюда, божий старичок. Так и быть, выпишу тебе плацкарту. А верно, гражданин начальник. Увозили бы баб с пацанятами, а нам пометуй туда. Твое дело на нарах загорать. Там таких, как ты, не требуется. Тем более с винтами. В спину ведь стрелять начнешь. Обижаешь, гражданин начальник? Ночью б не взяли, я бы сегодня был там и воевал. Молчать! Не сметь разговаривать, а ну марш в вагон. Товарищ майор. Нарушаем, товарищ майор. Вагон для транспортировки опасных преступников не приспособлен, не имеем права. Мы с вами, коллега, тоже для этих операций не приспособлены. Нас учили решать другие задачи, а что делать? Товарищ майор! Задержан при фронтовой полосе. Приказано доставить к вам для отправки в тыл. Ну, слава богу. А мы вас ждем, ждем. Добро пожаловать, голубчик. 58-я. Из спецлага ушел. Большой специалист. Пол России протопал. А здесь влип. Куда поспешать изволили? К освободителям? Грузите этот сибирский фрукт и с Богом. Пошел. Порядок. Политику загрузили, теперь, значит, моя очередь. Твоя, милый, твоя. Резвись, а то комплект неполный. Вот, теперь комплект полный. Будьте здоровы, гражданин начальник. Примите документы, лейтенант. Ваша задача – доставить в город. Там вас встретят. Сдадите товар по прескуранту, смежникам. Ну, а этого землепроходца примут наши. В случае малейшей опасности – немедленно ликвидировать. Ну, давайте прощаться. Вам туда, мне туда. Наконец-то настоящее дело впереди. Надоело пустяками заниматься. Что значит пустяками, товарищ майор? А это значит, настоящего врага не терпится за слабое место пощупать. Неужто непонятно, лейтенант? Это тоже враги. Еще неизвестно, который из них страшнее. Давно в органах? 5-й месяц. Попали как? Доброволец. Комсомол направил. А меня партия в 29-м. Ну ладно, будь здоров, лейтенант. Не знаю, вряд ли мы с тобой встретимся. А жаль. Годиков через 5-6 мы бы с тобой славно поговорили. Было бы о чем. Мы обязательно встретимся, товарищ майор. И поговорим. Ну-ну. Становись!
чувствуют. Веди, начальник! Начальник! Чего это они, а? Вот сволочи! Да погоди, далеко не возьмешь! Как в тире, рубь пара! С тебя пачка Казбека, начальник!
похоже без шухера, а? Спокойно, гражданин начальник. Эти уже никуда не побегут. Ну? Как дальше-то жить будем? Вместе или врозь? Дайте оружие. А ты мне его давал? Я приказываю сдать оружие. За неповиновение расстрел на месте. Не лапай свой шпалер, мальчик. А то тебя раньше заделаю. Отдай. Чего? Отдай. Вдоль железнодорожного полотна не оборачиваться и не разговаривать. Шагом марш! Не пройдем. Впереди река и мост, а он наверняка захвачен. Так ты-то откуда знаешь? Местный, что ли? А где пройдем? Надо срочно сообщить в город о десанте. Ну ты силен. Срочно депешу отправишь, что ли? Дом отдыха недалеко. Километров 12. Там телефон. Тогда веди. Ну так что, начальник, так и будем стоять? Или так и поканаем от греха? Ведите. Но предупреждаю, шаг влево, шаг вправо считается побег. Начальник, я сидр в купе забыл. Позвольте захватить. Нет. А почему? Я вам мародерствовать не позволю. Зря, начальник. Зря я тебя не шлепнул. Ты мне мастишь, уеклей! Я мародером никогда не был. Я вор, вором и помру. А в солдатском сидре ничего, кроме чистых портянок и жертвы, не бывает. Мертвому жертва ни к чему. А мы без него далеко не уйдем. Ну так брать или тут оставим? Возьми. Вперед.
гады! Паскуды, подлюги! Дай! Винтовку дай! Дай! Заключенным доверять оружие не положено! А на насыпи там было положено? Тогда сам стреляй! Нельзя! У них мотоциклы и 3МГ! А я должен доставить вас по назначению! Что ж я, дурак, тебя вовремя не завалил? 100 грехов сразу бы простилось! О, Господи! Бегать, Рус, бегать! Шнелла, шнелла! Вот тебе! Скоро сам побежишь вместе со своим Гитлером, сволочь! Минут. Ну, что я говорил? Вот вам портянки, а вот и шамовка. Запаслив был солдатик. Спасибо ему. И вечная память. Сейчас дровишек соображу, чайком побалуемся. Всем оставаться в пределах видимости. Иначе буду вынужден применить оружие. А если по нужде? В том числе. Не противно будет наблюдать? Потерплю. Гражданин начальник, спишь, что ли? У вас режущего инструмента, случайно, не имеется? А ты, однако, не трус. Начальник, смени-ка масть. А то тебя в этой форме возьмут и сразу к стенке, без суда и следствия. Мне эту форму Родина доверила. И снимут ее с меня, только с мертвого. Ну, вольному воля. Какого парня загубили, суки? Я бы с таким хоть куда. Орел. Я вот вообще-то паренек не самый труховатый. А смог бы так. Один с голыми кулаками против 3 пулеметов. Не знаю. На. Начальник, кончай свою бухгалтерию. Ешь. Чтобы быстро бегать, надо хорошо питаться. Слушай, колечко. А где ты так грамотно пулеметом работать навострился, а?
На гражданской, что ли? Знаешь, когда ты за пулемет залег, я подумал, все. Отгулял свое фартовый мальчишечка Вася Штырь. А ты по ним. Вот я не пойму, от чего бы это? Ты же контра. Может, объяснишь? Война. Да, война, войнишка. Нас пинком, а мы ползком. Ну, да мне-то не привыкать. Я и без войны всю жизнь согнутый, как в окопе. Да и ты тоже, я думаю, приучен. А вот гражданину начальнику привыкать придется. То гоголем ходил, а теперь на карачках. Однако привыкнет. Никуда не денется. Наше дело правое. Мы победим. Наше дело теперь не правое, не левое. Наше дело вон, молчком, бочком да по кустикам. Ну, я понятно. В конце концов, что те, что эти, один черт. Власть. А у меня с властями без детских лет мира нет. Ссоримся мы с ними, чужое делим. Поэтому при любой власти для меня камера наготовлена. А вот ты, чего развивался-то? Я ведь вашего брата Кондрика досыта насмотрелся. И в тюрьмах, и на этапах, и в лагерях. И смех сказать, все до единого клялись, что страдают безвинно. Но если ты тоже безвинна, так зачем тебе такая власть, которая тебя без вины на лагерной муке определила, а? Я бы такой власти по гроб жизни не простил. И думаю, самое было тебе время эту власть на другую сменять. Может, та, другая-то, поласковой бы оказалась, а? А ну прекратите антисоветские разговорчики! Иначе буду вынужден применить крайнюю меру по закону военного времени. Да пошел ты, гражданин начальник. Тут тебе не камера и не лагерь. Тут ты с нами на равных. Я с такими, как вы, никогда на равных не был и не буду. Это точно. Тебе до нас топать, да топать. Встать! Встать! Перестаньте валять дурака. Вы оба! Встать! Обоим встать! Иначе стреляю! Стреляй! Что? Стесняешься безоружных? Привыкай! На старости лет кусок хлеба! Да мне и привыкать-то не надо! Я врагов Родины и народа расстреляю без малейшего сожаления. И буду спать спокойно. Большое это, однако, дерьмо, гражданин начальник. По врагам народа. Именем Российской Советской. О, зазайте я. Ой. На, ты bist ja ein Offizier. Eis brennt! Du verrückst bei mir, ja doch! Контра. Что, тоже сообразил? Падай. Что ж, вместе потопаем. Вместе. Только обратно. Чего? Ты что же? Хочешь, чтоб я добровольно? С повинной сам. Да еще
Легав на хребте тянул. Шутишь, фраер. Один я его не дотащу. Не по пути. Стой. Пойдешь. Сявка. Кончился наш коллектив. Начальников у меня больше нету. Погоди, вот. Пристроим его. Тогда и разойдемся. Очень тебя прошу. Здоров ты воевать, однако, гражданин начальник. Даже с дыркой в плече своего так уработал. Да хоть за деньги показывай. Видать, хорошо учат вашего брата на нашу голову. Вот, твое холодное оружие возвращаю. Ну, правда, попачкал чуток, ничего, отмоешь. Пошли. Пошли. Не надо. Да сиди ты, не суетись. Я с вами. Сам пойду. Ну вот, будет на чем чаек скипятить. Постучал, вроде доски. Так. Да это портреты. Ну-ка, что тут за фигура? Очень серьезный дядя. Что ты прокурор? Дай-ка. Твои знакомые, что ли? Кто такие? Якир, Егоров, Блюхер, Тухачевский. А, ну как же, слыхал.
Враги народа. Вот они какие. А как же они сюда попали? Здесь дом отдыха военных был. Когда-то на стенке висели. Ага, потом, стало быть, их сняли. Интересно, кто их сохранил. За такое дело свободно можно срок слопотать. И немалый. Нашлись, значит, люди. А ты что же, тоже из их компании? Нет. Я, как видишь, живой пока. Ну, все мы пока. И что мы будем делать с ними, с твоими корешками? Спрячу. Что, на память, что ли? А может, они еще повисят, как раньше. Может, придет такое время. Ну, мы-то с тобой до него вряд ли доживем. Спит наш начальник. Умаялся, бедолага. И кровь ему хорошо пустили. А начальник у нас с характером. Дурной только. Все норовит на манер взрослой собаки погавкать. А через раз срывается на щенячий визг. Ты как думаешь? Поумнее? Не знаю. Слушай, ты как знаешь, а я на нашу сторону не пойду. И тебе не советую. Там нам с тобой ничего интереснее тюремной камеры не покажут. А то и именем российской, советской. По законам военного времени. Я здесь останусь. Соберу ребят, которые смерти не боятся. И начну гонять этих фраеров поганых. Всю жизнь от других бегал. А теперь пусть от меня побегают. Ну, а на пулю на Русь. Все-таки на воле. И пошустрить успею напоследок. Оставайся со мной, а? Мне такие неразговорчивые во как нужны. Не пойму я тебя. Тебе ж все одно, что те, что эти. Да и камеры везде одинаковые. Это верно. Камеры везде одинаковые. И власть. Она везде власть. И то, что я вор, тоже верно. Но я русский вор. Русский, понял? Не шуми, разбудишь. Едва ли. Детский сон крепкий. Тихо. Мальцов-то тут не один, а целых два. Да, теперь мы с тобой совсем многодетные. Эх вы, уголовнички, что же мы с вами делать-то будем, а? С вами. В случае чего прикрою. Ты с одной-то клешней. Уж лучше я. Ждите здесь. Одному с детьми не уйти, только вдвоем. Все. Так, начальник, подсоби. Сейчас. Аккуратно. Держишь? Ага. Тихо, мои уголовнички. Вот у меня сейчас. Вот так.
Возьми у дяди. Ну, маленький, ну. Германцы в деревне. Чего тебе? Мамаша, мне бы молочка немножко. Ой, погоди. Сейчас насажу кружечку. Мне не в кружку, мне бы в бутылку. Ой, что ты другой-то посуди не привык, что ли? Они мне, дети со мной, двое. Господи, выкуй злую эту породу с детками. Иди к колодцу. А то, не дай бог, хозяин мой проснется, беда. Иди. Пирог с картошкой самому-то ведь тоже надо. Спасибо, мать, большое тебе спасибо. Ага. С кем это ты, мать? Да так я, Ефимушка, так. Прохожие вот. Эй, прохожие, погодь-ка. Да не беги, не беги, все равно не убежишь. Я вот возьму да шум подыму. Вот сюда, по-хорошему. Прохожий, говоришь, мать. И ты, значит, ему милостыньку подала. Ну что ты, Ефимушка? Че я человек? Это он-то человек. А ну, посмотри на него. Гляди, гляди. Не узнаешь? А? А ведь это он нас 30-м кулачил. Помнишь, как всех нас в сани поклали, да в Сибири? А как наших кровных дедушек хоронили? Парня в дороге, а девку там, где нас посереть, тайги бросили. Так-то вот, Коля. Видно, крепко ты мне на душу упал, раз тебя через столько времени вспомнил, через 10 лет. Сильно ты заматерел. Ну, а ты-то меня помнишь? Помню. Ты дядя Ефим, кровосос известный был. Это, конечно. Конечно, у меня хозяйство было не другим чета. И вас, голопупых, отродясь, на месте держал. То, что ты меня кулачил, это правильно, верно. А вот ты мне скажи, за что ты Васю Зюзю, Тимошу Криулина, да Степана обездолил? У них ведь по паре ледащих лошаденок было, ртов-то. Ртов-то сколько? По десятку и более. Вот их-то за что, а? Не стреляй. В деревне немцы. А зато ты их казнил, Коля, что они были с тобой несогласные. И очень ты на них сердился. И врагом народа обзывал. А разве ты народ, Коля? Да ведь и ты, дядя Ефим, не народ. А я за народ и не говорил. Я за себя только. Знаешь, что мне теперь желательно? Шум поднять. Но ты жив останешься, чтоб ты мой кусок хлеба съел и не подавился. Гордый. А мы сейчас вот что сделаем. Ты передо мной на коленке встанешь и поклонись, а я тебя на волю отпущу. А нет, гостей кликну с автоматами. Ты на колени не встанешь, знаю. Вот и я не встал. Иди, Коля, иди. Но жизнь твоя будет куда как горше смерти. Все отвернутся от тебя, как от чумного, и останешься ты один, как волк бешеный. Вот тогда ты вспомнишь всех нас и сам себя проклянешь. Я всех помню.
У Степана, Тимофея, Вася, Зюзи, у других. Я и сейчас готов прощения просить. Даже на коленях. Только не у тебя. Беги, Коля, беги. Тебе теперь далеко бежать. Аж до самой Сибири. Вот жизнь. Ни папки, ни мамки. И неизвестно где. А им на все наплевать. Наелись, и море по колено. Да, в одном гнезде лежат. И делить им пока нечего. А вырастут, начнут догонялки играть. Один убегать, другой ловить. А, гражданин начальник. Ну, давось, после нас жизнь другой будет. Глядишь, вместе побегут. Знаю. А я ведь вас, Контриков, в упор не видел. За людей не держал. Однако, если вы все такие, значит, что-то в жизни не так устроено. На, да успею я. Мне надо гражданину начальнику еще до свидания сказать. Идут? Фу. Они-то идут. А мы сейчас побежим в разные стороны. Ну, будь здоров, начальник. Бог даст, после войны встретимся. Хотя вряд ли. Я ведь не по твоему ведомству прохожу. Черт, 4 патрона маловато. Здесь 5. Держи. А вы? А, у меня все равно руки не тем будут заняты. Да. Ну, пусть нам всем повезет. В этом деле, похоже, как в воровском. Без удачи нельзя. Не торопись. И не гусарь. Может, еще отсидимся.
Ой! Не надо вот. Не жмись, ты не жмись. Стеснительный какой. Я тебя в мать не гожусь. Сейчас я тебе плечко отпарю и травкой попользую. У меня травка-то ласковая. И дурнин снимет, и жар пройдет. Ой! Так, так. Вот так. Так хорошо. Доброе утро. Садитесь завтракать. Слушаюсь. Доброе утро. Кушайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Выспался, сынок? Угу. Ну, как рученька, болит? Спасибо. Ничего. А где? Товарищ-то ваш? Угу. А вон во дворе топором тюкает. Хозяйственный. Испей-ка, испей-ка, работничек. Утрешнего удою. Хорошо тут у вас. Тихо. Хозяин мой меня сюда затащил. Лесником был. Теперь вот я работаю. А где он сейчас? Воюет? Отвоевал уж в Финскую. Там и схоронили. Простите. Ничего, я уж привыкла. С дочкой живем. Сначала жизнь нас стороной обходила. А теперь вот война обходит. Надолго ли? Еще? Прошу. Хорошая была бы парочка, каб не война. Вы случайно не слыхали, тут в лесах поблизости никого из наших нет? А из каких это ваших? Ну, наверняка же должен был остаться кто-то для работы в тылу. Из окруженцев, может, не слыхали? А ты вон у него спроси. Он все расскажет. А я не ведаю. Здорово, Николай. Здравствуй, Иван. Ну вот, значит, какие гости у нас появились. Бежал? Бежал. А ну и понятно. Таких, как ты, на фронт не пускают. Даже в штрафную роту не берут. Ну вот потому и бежал. Воевать захотелось. Ты же воюешь. Я другое дело. Я ни партии, ни родине не изменял.
я, по-твоему, изменял? Не изменял бы. Мы бы сейчас в одном строю были. А ты ошибки не допускаешь? Наши органы не ошибаются. Да погоди ты. Иван, ты же меня знаешь. Я же в партию тебя принимал. А я тебя исключал. Не веришь? Не верю. У меня к таким, как ты, веры нет. И не будет. Сволочь ты, Ваня. Это по-твоему. А по-моему, ты предатель Родины и народа. И я тебя имею полное право казнить. Без суда и следствия! Из-за таких, как ты, гибли настоящие большевики. Это из-за таких, как ты, немцы пришли сюда и пойдут еще дальше. Это вы, настоящий предатель партии и народа. Стреляй. Не стрелять! Кто такой будете? Здесь мои документы. Возьмите, сам не могу, ранен. Все ясно, товарищ лейтенант. А вы знаете, кто это? Знаю. Сопровождаю арестованного к месту заключения. Далековато сопровождать придется. Мне лучше ли в расход? Хлопот меньше. Его все равно за побег расстреляют. А это решать не вам и не мне. Тоже верно. Ну, смотрите за ним хорошенько, а то уйдет. Ну, желаю удачи. Извините. Спасибо. Остались бы. Отдохнули бы денька 2-3. Я бы ему руку поправила. Нельзя. Идти надо. Уж подумайте. Война-то от вас не уйдет. Спасибо за детей. За все. Спасибо. Спасибо вам. Возьми плащ. Мужний. Зачем? Не надо. Оно как непогода. В лесу да в гимнастерочке. Бери. Пригодится. Спасибо большое. До свидания. Возьмите. Я с левой стрелять не умею. Только патронов маловато. Всего 3. Нам хватит. Только меня первого.
Кто здесь? Кого надо? Простите, вы не скажете, в этой квартире Николай Петрович. Вы не узнали. Видно, я здорово изменился. Неволен я. Валентин Сергеевич. Да, заходите. Заходите, здесь опасно. Заходите. Это... Я, знаете, болен. Болен, у меня, кажется, тиф. Ко мне нельзя. Валентин Сергеевич, успокойтесь. Ради бога, успокойтесь. Это не опасный человек. Да. Заходите. С некоторых пор, когда я вижу такую форму, едва в обморок не падаю. Заходите. Когда ее взяли? Ну, погодите-ка, дай бог памяти. Через неделю после начала войны. Ну да, 30 июня. И сразу квартиру опечатали. Да другой же день. Что? Ничего. Это невозможно понять. Совершенно невозможно. Один удар, и вы начали разваливаться, как гнилой пень. А как же? А как же малой кровью и на чужой территории? А как же мудрость и прозорливость вождя? Для чего все это? Наша борьба, муки, кровь. А эти страшные процессы, пытки, это травля. Это же прямое уничтожение, Николай Петрович. Неужели все блеф? Успокойтесь. Сейчас не время предъявлять счета. Сейчас у нас один счет общий фашизму. А товарищей считать начнем после победы. А вы уверены, что она будет? Я, например, очень сомневаюсь, пойдет ли наш многострадальный народ на новые жертвы, чтобы вновь восторжествовала несправедливость, тот произвол, который собрали такой страшный урожай в последние годы. Не сомневайтесь, пойдет. И это говорите вы? Вы, кто на себе испытал, как говорится, всю тяжесть карающего меча НКВД, всю боль страданий. Ведь вы же честный, преданный делу партии человек. А вы действительно очень изменились. Вас просто невозможно узнать. Кто-нибудь из наших остался в городе? Не знаю. Я ничего не знаю и не хочу знать. Хватит с меня. Я ни в чем не участвую и ни во что не вмешиваюсь. Все! Возьмите себя в руки. Перестаньте скулить, отвечайте коротко и толково. Где Седлицкий? Его взяли в 38-м. Антощенко? В 39-м. Порубович? Этот, слава богу, жив на фронте. Лотарев? Нас вместе взяли. Меня выпустили, а он... Кустовой? Здесь. Я недавно видел его. Он почему-то с тросточкой в усах. Я, конечно, не подал виду. Что я его знаю, что знаком с ним, он тоже. Найдете его и сведете с нами. Я? Нет. Нет, 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 я не могу. Я дал себе слово. Я отстраняюсь. Найдете и сведете с нами. Это приказ. А вы не имеете права приказывать мне. Я вне партии. Я исключен. И вы, кстати, тоже. Вы сделаете все, как я сказал. Если не как честный человек, как патриот, то как трус. Если не сделаете... Я сделаю, конечно же. Непременно сделаю. Только умоляю вас, не впутывайте меня больше ни во что. Успокойтесь. Кому вы нужны? Такой. Гасите свет. Наши. Наши работают. Боже, они начали. Безумцы, это гибель. Уходите. Сейчас начнется облава. И если вас найдут здесь у меня... Мы уйдем.
Скажите только, где вас завтра ждать и когда? У кинотеатра. Ждите после 8. Может, уйдем? Он предаст нас. Я уверен в этом. Это единственная возможность связаться с подпольем. Будем ждать. Ну что ж, будем ждать. Какого человека сломали? Был кремень, теперь мразь. Кто не хочет ломаться, того не сломаешь. В гражданскую он был подпольщиком. Его выдал провокатор. В контрразведке у белых он выдержал все. Мы освободили его за час до расстрела. Не могу я в это поверить. Представь. Но там было другое, там. Там были враги. Он знал, чего от них ждать. А здесь свои. Это выдержать труднее. Что я говорил? Уходим. Спокойно. Сегодня ночью был совершен диверсионный акт. Погибло 19 немецких солдат и офицеров. По распоряжению коменданта были взяты заложники. Немедленно. По 10 человек за каждого убитого и по 5 за каждого пострадавшего. Если бандиты не сдадутся или их никто не выдаст, через полчаса будет расстрелян каждый 5-й из вас. Еще через полчаса. Каждый второй.
и еще через полчаса остальные. Господин комендант ждет. Часы пущены. Молчать! Немедленно замолчать! Вы раздражаете господина коменданта! Вам прикажут стрелять! Банзальве! Nicht schießen! Die deutsche Nation ist die Nation der Soldaten. Der mutige Gegner ist ein gutes Beispiel für den Soldaten. Германская нация – нация солдат. Смелость противника – хороший пример для солдата. Diese zwei sind richtige Soldaten. Sie werden nicht aufgehängt. Эти двое – хорошие солдаты. Они не будут повешены. Sie werden erschossen. Они будут расстреляны. Как следует. Не напиться. Даже курить не научился. А сейчас вот закурил бы.
здесь уже... Зачем ты вышел? Почему не ушел? Кому это надо? Мне. Зачем? Я перестал верить. А без веры не хочу жить. Зря. Ты еще молодой, у тебя в руках была. Целая жизнь. Зачем она мне? Без веры. Вера и фанатизм не одно и то же. Для меня одно и то же. Так я устроен. Жаль. Ты многое смог бы. Ну ничего. Мы с тобой сегодня сделали хорошее дело. Быть может, главное. То, для которого на свет родились. Свет.